Ту-ту-ту. It's just me and you, Kitty. No one's gonna find us in here. Come on, give me that good stuff. Hey, stop it. Hold still. Hello, hello! С вами Вурм, и это игра под названием South Park The Fractured Bad Hole, в которой мы продолжаем похождение наше в полицейском участке, сбежали из тюрьмы, освободили всех родственников данного персонажа, и теперь нужно пройти через новый лазер. Давайте думать, как это сделать. Ну, хотя я уже вижу ответ. Так, нам нужно остановить время, после чего передвинуть бочку эту вот сюда и взорвать там что-то. Окей, давайте попробуем. Пошел, 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 давай, давай, давай. Гача. Так, теперь надо что? Надо ее взорвать. Так, а как это мне сделать? Стоп, погоди, стоп, не останавливай время. А, я же могу просто кинуть сюда что-нибудь, да? Да. И теперь пердёшь. Конечно же, без пердежа никуда в этой игре. К сожалению, но что поделать. Так, окей. Тема. Мы где-то здесь. Какая-то вентиляция или типа того. А это что? О! Вот, собственно, я и проник в это место. Тюремная татуировка. У нас получена, но что она мне дает, непонятно. К чему это было вообще? Я не понял. Это просто ради сундука и ради татуировки это все дело, что ли? Да я тоже не... Погоди, я не понял. Так это понятно, чувак. Но типа это самое, как? Стоп, мы уже встретили в самом начале, что ли, серии? Я не понял. Надеюсь, он не сдохнется. Мы посмотрим. Так, давай, давай, не тормози. Вот наверх надо как-то попасть, в эту решетку. И там взорвать эту штуку. Попердень опять предаком бьет, ага. Очень забавно. Я не понимаю, где я могу здесь залезть? Я могу здесь где-то залезть или что это? Сюда? Нет, не пройти. А, что за нафиг? К чему это все? Это был только татуировки, я так понимаю. То есть я тут не вижу каких-либо лестниц или типа того. Допустим. Да я тоже не вижу. Он там наверху где-то был, надо его взорвать. Только как мне это сделать? А как я это сделаю-то? Возврата тоже нет. Да-та-та-та-де-де-пэ-пэ. Умер ворм. Тебе хана? Нет, мне не хана. Да погоди ты, господи. Успокойся. Сейчас что-нибудь придумаем. Ты можешь это не мешать мне думать? Я думаю. В отличие от некоторых. Господи. Мне что, обрезать придется серию с самого начала? Вы что, угораете, что ли? Рецепт генератора уничтожения. Чё? Так, а я могу сделать вот так вот? Смотрим. Что-то я там сделал. Окей. По-моему, взорвал. Допустим. Но это сложно, по-моему, головоломку для South Park. Если она так идет. Где? Соответственно, наверху. Типа, что за нахер? Погоди. Должна быть лестница туда наверх. Я не понял. Я не понял, ребят. Я не понимаю. Я реально не втыкаю, что происходит.
Мне нужна вентиляция. Может быть, она где-то... Да что ж ты делаешь? Может быть, она где-то снаружи? Господи, серия идет уже 4 минуты. Даже 5 почти. Так, снаружи, наверное, где-нибудь. Допустим. Но это я сейчас приду туда, куда я сейчас врезал. Правильно? Правильно. Опять мне ничего не дает. Мне нужен вход в долбанную вентиляцию. Тут мы, собственно, не были, да? Допустим. Песня пьяного рыцаря. Кто придумал это название? Что это за фотка? Что это такое, господи? Чья тут голова лежит? Я не понял, пойди. Допустим, я вышел. Что это нам дает? Абсолютно ни хрена. Я застрял в Соус-парке, ребята. Чё за нахер? Серьезно? Короче, нашел. Здесь надо было взлететь Кайлом. Охереть. Я не знаю, сколько я там обрезал. Искал минут 5, короче, это плюс. Как я должен был догадаться, то, что нужно вести? Почему я эту штуку не отмечен? Хотя это логично, я просто давно не играл. Он же на таких местах распрямляется. Ну, собственно, вот. Здесь мы используем теперь Баттерса, получается. Как раз на этой платформе. Он тут появлялся. То есть, по факту, изи, на самом деле, но я тупой, поэтому не так уж изи, как хотелось бы. О, боже. Бедный хомяк. Так, я могу слезть здесь просто так? Я рад, что у тебя получилось, только мне бы теперь спуститься. А, все, давай, спускай меня. Какая мерзкая игра про пердеж. Ну хотя учитывать, если название оригинальной игры, то есть, как в комментах там спрашивали, типа, эта игра изначально называлась Fractured Hole, Butthole, Fractured Butthole, типа, разорванный анус. То есть игра целилась на это. Господи, он дрочит на писающих людей. Это было в аниме. О, в аниме, блять. Это было в сериале Соус Парка. Так, а с таким мы что делаем, я забыл. Ну окей, допустим. Песочный бластер. Это последняя, что ли, миссия вообще в игре или что, не понимаю. Слишком много придержав, слишком много способностей мы используем. Все разные. Минус. Минус фапающий мужик, замечательно. Он теперь просто спит. Опять нам нужен хомяк. Господи, бедная жопа моего главного героя. Сколько можно-то? Слишком много шуток про пердеж. Прям очень много. Причем здесь нет Терренса и Филиппа? Какого черта? Итак, заставка. Да, это конец игры, походу. A cop is a slave, a robot who's told not to think for himself. It's the politicians who are the real bigots. That mayor has been sitting in her office telling us we have to change our ways. The only way to have her removed was to raise crime in the streets, and now cops are finally able to do things the old way again. Don't you see this is better for everyone? О, блять.
What? You found the missing cat, Butlord! Freedom Pals, we've got the police chief, top floor! Yeah, объединение, да? Вся команда здесь, в сборе. Обе команды. You know, not every prisoner we have here is black. We actually do have one white guy. Что? This is a trap. I'm sorry, kids, but you left me no choice. Только не говорить. He's still looking good. Eating the Subway sandwiches. His name is Jared, and he's still looking good. Черт. Hey, kids. You want some candy? Oh, fuck, it's Jared. Это Джаред. Я не помню, кто это, но это Джаред. Кота ты верни, сука. Погоди, мне команду изменили, что ли, опять? Ну или похер, давай. Так, я, по-моему, так создал, я не помню. Да. Слышь, футлонг, блядь. Сейчас такой футлонг устрою. Мало не покажется. Зубастик очкастый. Смотри, что могу. Во-первых, я сделаю вот так. Nice. И во-вторых, что сделаю вот так. Максимум кровотечения. Так, ты мне нужен для того, чтобы сделать что? Ты не дотягиваешься до него вообще никогда? Да, пропускаешь квадро. Так. А ты ничего ему сделать не можешь, получается. Нужно обходить его сзади. Вот ты, может быть, мог бы что-то сделать, но уже не можешь. Это грустненько, если честно. Мы можем турель поставить. Ну, допустим, вот сюда, чтобы защитило еще, если что. Ну, стрелять некуда. Давай атакуй. На нем так кровь капает. Микроагрессия. No kids in touching range. This is so frustrating. Да ну нахер. Оп-оп-оп. Нет. Аннулировать ход врага. Аннулировать ход врага. Нельзя убивать Мистерио. Так, идешь дальше. Бьешь его молотом. Вот отсюда. Красава. You got my pulse racing, kid. Отлично. Так, Мистерион, что тебя будет сильнее всего? Ага, отбрасываем назад. Во, идеально, мне кажется, да? Ну, давай. You won't see me coming. Nice. It's only gonna get worse. А полоса все равно... Нет, полоса даже не будет задействована теперь, это отлично. Так, окей, тогда вот так. И вот так. Аннулировано вообще все, вот так это. Дебил. Какими еще нахрен помог? Ах вы суки! Они жрут бургеры из Subway, бутерброды. This is all going exactly according to my PR plan. Так, надо гасить тогда, получается. Смогу ли я сюда зайти за два хода, мне интересно. Ну-ка. Не дохожу, да? As if this gig could get any worse. Так, мощнейшая способность разблокирована, но не моя будет использоваться. Так, что он сделает? Он может убить Вика? Не спасти. О боже, о что ты о фу, какого черта? Какая мерзость. Блин, тебе подойти поближе, чуток. Но ты не можешь.
Here we go. Today, you cross paths with the wrong immortal fourth grader. Really? Охеревший ублюдок. Так, у тебя ульта мне не нравится. Блин, надо было предупредить на самом деле то, что это, сука, гребаный босс сейчас будет. Буррито. Где у меня так атака? А тут же не так, здесь эти филки долбаны. Дерьмо, это плохо. Окей, допустим. Музяка такая вся. Так. Окей, допустим. А, пришел к нам этот. Крейг. Ой, простите. Спасибо. Самая крутая ульта. Why fight in love? Замешательство это хорошо. Отлично. Они теперь его не хилят, они теперь его сбивают. Минус стрель. No kids in touching range. Так, минус опять он, окей. Но он сделал свою задачу. Он призвал Крейга. И они сделали мульти-яой комбо. Это хорошо. Так, а че он переместился и зачем? Непонятно, ну ладно. Так, ты минус? Или мне вот так сделать? Я думал, мне лучше так сделать, да. Всех на ряду сталкиваем. И один минус плюс. Замечательно. Классно, классно. То, что нужно. Так. Добьешь его? Ты добьешь его, красава. Найс. Найс! Победа! Стакан бурлящей молодости, артефакт. Окей. Какой он мерзкий, фу. What are the police doing with the people they arrested? How should I know? I'm just a sandwich guy. New kid, fart in his face. No, please, I'm sorry. I'll tell you anything. What is the police chief hiding? There's more cells down below. Cops take that elevator. Prisoners go down there, but they don't come back. What's the code? Come on, how should I know, huh? Yeah, I've seen him type it in. 1477. Please, I'm sorry. It's just that I like being with children, you know, because I never had a childhood of my own. Yeah, that's it. I like kids because I never had a childhood. It's your decision, new kid. Part of being a superhero is deciding what to do in moments like these. Really? Really? Перди уже задолбал. Перди задолбал. Перди вообще. На, сука, подопил гребаный. Wow, dude, that was hardcore. All right, well, that was pretty uncomfortable. I know being a vector for disease is kind of my thing, but I feel kind of dirty. Should we do anything with the body? Тут ничего нету скрытого, типа там какого-нибудь. Heroes are judged by their ability to show mercy. Whatever they've got in the basement can't be worse than this puke. У него в камере может что-нибудь есть? Нет, не зайти даже. Но пошли дальше, то слева мы пришли, направо мы идем. 1477 код. Почему бы его и не проверить, правильно? Защищать, служить, бах-бах. Хорош пароль. This is a one-time shot, Coon. After tonight, we are enemies again. Our petty little differences aren't what matter right now, Mysterion. Black lives matter. Yeah, dick. You're a fucking dick, Mosquito. Что за нахер? You guys are fucked. Guys, if this takes much longer, I might need a short snack break. Что за нахер тут происходит? Морг? Man. Whoa, things just got real spooky. There's nowhere else to go but down here. Hey, guys.
I got a bad feeling about this. Блин, брутальности. Так, давайте отвлечемся немножко от игры и посмотрим, что у нас там с крафтом, потому что крафт тоже нужно качать потихонечку. Собственно, давайте этим займемся. 18 левел крафта, неплохо. А, можем дальше улучшать по... Сколько я буду получать-то? 250. 250, да? Ну да. Костюм сделать не могу. Расходки мне не нужны. Ну давай, короче. А, 50 этих требуют. А тут 150 требуют, нихера себе. Лучше это покрафтить, что ли. Мастер 20 уже, нихера себе. Вот это прокачка, вот это я понимаю, да? Почти 21. Почти. Почти не считается. А не почти, а именно 21 считается. В смысле? А! У меня максимальный уровень мастера, ребят. Я красавчик. Я красавчик. Так, что здесь за комната? Закрыто. Значит, нам в морг. Напрямую в морг. Там... Погоди, Кенни с ним... Что за нахер? А перевод нет, что ли? Мне лень все это читать. Можете, короче, это все почитать на паузе. Белое мясо, черное мясо. Белое мясо никогда. Пищевая цепочка, пирамида, короче. Белое мясо никогда. Черное мясо ежедневно. Забавно, забавно. Прочитать хоррор Redbook. Допустим. Ну, пошли. О, черт. Что за хоррор начался, я не понял. Это выдумать можно, да? Могу что-нибудь здесь сделать? Тут какая-то записка. Немного зараженной крови. Окей. Ну, выходи давай. Вот это меня смущает штука. Почему вся она красная? Что это? Ключ от кабинета судмедэкспертизы. А там что есть? О, есть. Окей. Допустим. Почему я один все делаю? Чего вы стоите все? Давайте тоже решайте, работайте. Какого черта? What was that? Hello? Hello, is someone there? Нет. I guess no one's there. Or else they would have said something. All right then. It's just me and you, kitty. No one's gonna find us in here. Come on. Give me that good stuff. О боже. Hey, stop it. Hold still. Какая мерзость. Oh, the cat got away. Can't see a thing in here. Я не могу ходить, ничего делать не могу, если что. Sounds like the cat's getting into the toxic chemicals. О, черт, нам драться с кошкой сейчас надо будет. Darn it, that's not good. I hope those weren't the toxic chemicals I was just talking about that broke on the floor just now. Oh no, I think they were. Drat. If those chemicals mix together on the floor, it'll turn into a gas that'll kill me in seconds. Blast it, there's the gas. Yes. It's definitely killing me now. Oh, thank God. The exhaust fan's sucking out the toxic gas. Yeah, I'm not gonna die. Now, where's that blasted cat? Oh no. I think the cat just jumped into the exhaust fan and jammed it. Gas is filling up the room and it's killing me again. I'm dying again. Sounds like the emergency door closed. Yep, the emergency door closed. I'm trapped in here. I need to get out of here. Just have to feel around for the doorknob. Here it is. Yes, I'm saved. Почему я стою, что делаю? The door's locked. Now I'm stuck in here. Somebody help me. The gas is killing me. I'm really dying. This time. Seriously, I can feel myself dying. It's so painful. Help! For the love of everything up here. If you're there and you can hear me right now, do something. It's killing me. It's killing me. Wait. I think I feel the light switch. With my last breath, I'll just turn it on. Oh. Oh.
миленько. И теперь я могу ходить. Окей, привет, рука. О, фу. Окровавленные перчатки не того размера, фу. Закрыто, говорит. А котяру-то откуда он взял? А там другой котяра, короче. О, жесть. Ну, бывает, что с каждым случается ежедневно, да? Вот такое, я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Это было мило, нет? Нет. Я просто стоял, слушал. А мне надо ключ забрать его. Я понял. Okay, I'm gonna get out of here now. Так, и что я сделал? Найс! Это было пиздец как логично, на самом деле. Так, ну по идее остановить надо время. Открыть дверь. Забрать ключ. Выйти. И дверь закрылась, окей. Теперь у нас есть ключ. Теперь мы откроем дверь. Теперь мы зовем Стэна на помощь. Выдуваем, скорее всего, кота из вентиляции. Вентиляция работает, и мы в деле, короче. Это последний миссия, скорее всего, мне кажется, уже. Потом будет свободная игра, DLC, побочки и все. Но... Сегодня-завтра мы закончим South Park полностью. Ну, без DLC я имею в виду. DLC буду проходить, но потом, позже. Наверное. Может быть. Скорее всего. Да. Окей. Что это? А, здесь нам нужен этот. Лактозник этот. Угу. Здорово. Инсульт этот, который. Как тебя зовут, Сантон? Капитан Инсулин? А, капитан Диабет. Это было несложно. Ключ от всех дверей? Нихера себе, название мне нравится. Да сейчас сделаем все. Еще полотенчик надо. Хороший совет, на самом деле. Пятнадцатый инвентарь, исцеление, большое количество здоровья. Думаю, так сойдет, да? Да. Так, давайте теперь чекнем наши артефакты. По идее, у меня все самое пиздатое стоит, но кто знает. Может быть, не все. Так, результат повышает травмостойкость. Нестабильность вертушейла несет себе... А, сюда лучше буду смотреть. Мужество. Да, по-моему, у меня стоит самая оптимальная херня. Даже думать надо, на самом деле. Сойдет, короче, все. Хей-хо! Ворм из будущего здесь. В общем, так получилось, что серия оказалась слишком длинной, прям очень длинной, и пришлось ее сделать, разрубить пополам. Поэтому эта серия на текущем моменте заканчивается, следующая начнется ровно с этого же момента, там будет эпик, там будет прям все, что только можно, прям вообще жесть. Но я там буду часто говорить про то, что типа нужно серию обрезать, но я это уже сделал прямо сейчас, поэтому как-то так, короче, сорян, типа вот, завтра будет новая серия, ждите, все, больше сказать нечего. Короче, всем, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите дальше, комментируйте, смотрите другие плейлисты, жмите на колокольчик под видео и подписывайтесь на группу ВКонтакте, чтобы не пропускать новые оповещения о стримах, о видосах и о всем таком хорошем и качественном. Качественный контент на моем канале, да, да. Ну, короче, в общем, как-то так. В общем, всем удачи и всем пока.